Сдавайся! Или я прерву твой рот. Быстро! Довольно! Thank you.
помощью богов мы бьемся во славу Рима. Но что это за слава? Бритты не пойдут на мир, если мы будем так с ними поступать. Должно быть, это претерианцы. Друзья Рима, представляю вам Василия, сына императора. Командир Виталион, поздравляю с благополучным прибытием. Явись вы чуть позже, и могли бы пропустить все веселье. Надеюсь, ваш путь был не слишком труден. Господин, я бы хотел... Этим займутся мои преторианцы. Стража, схватить эту бритскую дрянь. Ваше Величество, я возражаю. Если вы не в курсе, мой брат Комат все еще не найден. Я намерен выяснить, что эти дикари сделали с ним. Мы, бриты, жили в мире при старом римском вожде. Но новый вождь Комат, сын вашего короля, ужасен. Он заслуживает судьбы, которая его настигла. Мне больше нечего сказать. Тогда мне понятно, что бриты не любят так, как мы, римляне. Ваша девочка. Она прекрасна. Парите ее, пока он не заговорит, или она умрет. Без разницы. Нет! Позвольте! А? Ты смеешь! Как ты смеешь? Я сын императора. И я делаю все, что я пожелаю. Нет! Пожалуйста! Жальтесь над ней! Я скажу все! Вождя Комода продали рогатому королю из северных земель за стеной. Отпустите мою дочь. Прошу. Видите? Эти люди понимают только один язык. И это язык силы. Вы найдете своего вождя во тьме за стеной. Там, где угрюмые горы возвышаются над бездонными озерами. Там рыщут рогатые люди. Немногие возвращаются оттуда. О, как интересно. Командир Виталион, у меня для вас новое задание. Вы поведете своих людей на север к угрюмым горам и вернете моего брата. Стража, запереть пленников. Подготовьте людей! Вы слышали командира? Готовьтесь выступать! Центурион, строй, парни. И не мы идем на север. Да, господин. Виталион повел наши войска на север, далеко за пределы Империи, на край мира. Нашими врагами были скорее яростные звери, чем люди. И даже лучшие легионы Рима не могли их покорить. Зловещие слова Освальда преследовали нас, пока мы погружались все глубже в беспощадную тьму. Там рыщут ужасные рогатые люди. Немногим удается вернуться. Этот форт Глоссоп. Ходят слухи, что это и есть ворота в ад. Место смерти и огня. Боюсь, то, что творится здесь, на краю мира, скоро обрушится и на Империю. Механики, замочите эти шкуры. Антоний, проверь тросы. Атон, закрепи балки. Мы выдвигаемся в 10. Есть!
Господин, вы что-то увидели? В чем дело, Марий? Нам надо двигаться дальше. Мы спасем Комода. Они делают чучело только для самых ценных жертв. Он должен быть близко. Мы начинаем атаку под покровом ночи. Не нравится мне это. Что это? Шш. Ничего. Он там. Да это просто олень. Олень. Ну же, Марий, ты нас задерживаешь. Кто-то следит за нами. Если они хотят драки, почему бы им не показаться? Ну же! Тише! Почему ты так испуган? Мы же римляне! Мы 14-й! Впереди движение! Он сбежал в туман! Я видел! Какой-то зверь! Какой-то зверь на двух ногах! Тихо, парни. Если бы эти твари могли, они бы уже напали. Нет, они достаточно разумны, чтобы бояться. Бегом, парни! Стоять! Я разведаю, что впереди. Господин, вы что-то увидели? Осторожно!
Ты нужен Империи. Я должен найти моих солдат. Я должен найти моих солдат.
Да жалятся над нами боги. Господин! Мы должны спасти всех! Вперед! Освободите! Господин, я видел Виталиона. Они потащили его всю. Я знал, что мы нас не забыли. Слава богам! Мария спасет всех солдат! Что это? Вот они! Занять позиции! Черепаху! Лучники! На позиции! Я со Скорпионом! Заполнить брешь! Пехота! Бегом! Пехота!
господин! Они отступают! Стройся! Парни! Держать черепаху! Держать строй! Опустите! Силу мы! Бросай! Средний ряд готов! Направо! Готов! Силу мы! Бросай! Поднять щиты! Не оставлять зазоров! Держать! Держаться! Опустить щиты! Силу мы! Стол! Щиты, солдаты! Приготовились! Готовь щиты! Держать равнение! Держать строй! Силу мы! Бросай! Вперед! Ускорить шаг! Рассредоточиться! Солдаты! Занять левый фланг! Остальные! Вправо и ждать сигнала! Есть, господин! Обыщите болото. Наши братья надеются на нас. За мной! Освободите! Thank you.
Мать его, он зашел наших парней! Освободите! Вот, еще! Слава богам! Бог, я так назвал! Вперед! Надо найти остальных! Думал, мне Выбегаем. Конец, господин. Боги, я так рад вас видеть. Господин, я видел Виталиона. Они потащили его к чучелу.